Всем привет! Сегодня будем плавить пластик. На работе друг один заказал мне сделать ему колесики на кресло. Ссылается на то, что нигде не может найти. Ну, наверное, так искал. Ну да ладно, попробуем. Как раз эксперимент проведу. Что выдерживать будет этот пластик. Пластик нарезанный из 4 канистр объемом 10 литров с маркировкой HDPE. Это английская аббревиатура. Короче, HDPE. Вот. Так, пластик нарезал. Здесь пластик взвесил килограмм. Кило 50. Вот. Нарезал долго и упорно. Следовал вашим советам. Потому что в прошлый раз, когда-то я плавил пластик, толстыми кусками нарезал. И очень много людей комментарии писали, что пластик нужно обязательно помыть, обезжирить и как можно меньше, ну, мельче фракцию. Желательно вообще гранулами, но гранул я взять не могу, нигде не могу. Поэтому нарезал я вот такими вот пластинками. Пластик должен получиться двухцветный. Так, это боевая духовка, как написал один из зрителей. Он так и написал, говорит, да, духовка у тебя боевая. Жена хотела выкинуть, да я не дал. Вторую жизнь дал этой духовке. И в эту форму буду плавить буду в ней. Диаметр, ой, забыл, 55 внутри. Потому что друг сказал, колесики надо будет на 50. Как раз косички все обрежутся. И должно 50 получиться нормально. Закроется крышкой, опять по вашему совету, чтобы сверху излучение не поджигало, не поджаривало пластик. Ну и все, сейчас насыпаю, ставлю в духовку и включаю. Запустил я этот агрегат, боевую свою духовку. Все нормально. Замерил диаметр внутренней трубы, полностью получился 54 мм. Сейчас мне надо будет сделать поршень диаметром 54 мм, чтобы после переплавки все это дело под пресс, чтобы остывал он под давлением. Для того, чтобы выгнать пузыри. Вот пока что происходит. Но это еще долго не держу. Но при трамбовании уже садится хорошо. То есть, когда я его трамбую, он просаживается. Правда, добавлять теперь получается понемногу. Но это сейчас одной рукой неудобно. Продолжаем. После утрамбовки вот такая получается карамелька. Так, теперь догоняю до конца и уже покажу финал. Все, была последняя закладка. Достаю. Опа. Сейчас вам покажу, что получается. Опа! Смотрите, последняя закладка. Как его выперло. Все, сейчас утрамбовываю и под пресс. Вот такое вот тесто получилось. Все. Нету кусков никаких. Все однородное. Вот так вот. Ну, теперь пресс. Все, устанавливаю пресс. Пошел давить. Так, тут и теперь. Опа. Ух ты. И пошел давить. Трамбовать.
Опа, вроде все. Неужели я почти весь воздух выдавил? Я думал, до половины провалится поршень. А оказывается, ничего, нормально. Большая, хорошая заготовка получится. Может, хватит сразу на 4 колеса даже. То есть на одно пробное и на 4 нормальных. Так, ну все, по мере остывания я буду еще поддавливать. Пробовать пытаться. Так, забыл вам сказать. Меня в прошлом видео спрашивали и советы давали про температуру духовки. Я не знаю, летом, когда вот я плавил первый раз, я оставил 320 на максимальное. У меня горел пластик. Сейчас вы видели, 320 на всю, то есть я духовку ставил, 320 градусов. Обе спирали включал, чтобы грели, 2 тена. И пластик даже ни разу не подгорел. Я уже потом плавил, даже сверху не закрывал. И, ну, видели, достаю, и все чисто, все гладенько, ровненько. Вскрытие, конечно, покажет, потом еще станком поточим, посмотрим, что получится. Но пока что красиво, мне нравится. Так что теперь пусть остывает еще, усаживается. И завтра утром можно будет поточить. Все, форма, пластик остыли. Выбил, потому что все-таки остывание под прессом дало свой эффект. Раньше, когда я плавил пластик, при остывании он усаживался, из формы свободно выскакивал. Теперь же мне пришлось заготовку эту выбивать. Вон, видите, вся ржавчина на нее взялась. Ну, ничего, сейчас срежем. Это кольцо, шайбу с мясорубки, сетка, как раз 54 миллиметра подошла. То есть ею трамбовал. Так, без пузырей, все нормально получилось. Пока никаких косячков, дефектов не видно. Единственное, вот это, когда выбил, думаю, опа, пузырь есть. А оказалось, это, когда дно приваривал, чуть прожег металл. Вот эта пупырка и сделала вмятинку. Ну все, к станку. Ну, надеюсь, что-то получилось. Пока получилось. Посмотрим дальше. Сейчас все снимем слой. Еще, наверное, можно снять. Черные вкрапления есть все равно. Елки, а? Сейчас еще сниму разок. А потом торец пройду. Тут уже скоро 50 будет.
Да, все равно пузырьки чуть-чуть присутствуют. Есть. Не выдавил полностью. Если глубже пройти, может. То есть надо выливать, плавить в форме побольше. Хотя, возможно, есть и внутри. Но здесь торца нет. Сейчас я с торца побольше сниму, пойдут пузыри или нет. Попробую. Решил сначала попробовать по этой стороне, поверху, что будет. Потому что здесь самый первый пластик, получается, плавился. И он дольше всего здесь плавился. А здесь, по мере добавления, пластик посвежее. Посмотрю, что здесь будет. Надо же мне узнать все-таки, как его плавить. Какого диаметра форму брать. То есть, например, если мне надо на 50, может, надо брать на 80, чтобы снимать побольше. И так далее. Может, длинные формы не получится. Если сейчас здесь спереди будет без пузырей, значит, получается, нужно на каждую деталь отдельно делать форму. То есть, если надо мне 4 колеса, лучше 4 коротких формы. Ну, сейчас посмотрим. Сточу. Здесь ни одного пузыря сверху нет вообще. Сейчас я ее сниму, камеру на штатив, поближе покажу. То есть получается, здесь пластик долго грелся, около полутора часов, первый самый пластик. А этот свежий, ну, я думаю, вы мысль мою поняли, которую я хочу объяснить. Значит, нужно делать 4 формы коротких. И быстро ее наплавлять. Долго пластик греть не надо. Во всяком случае, температура у меня была еще 320. Можно было 250 поставить или 200. Ну, тогда полдня бы я плавил бы ее. Ладно, снимаю, сейчас покажу ближе. Опять получился неоднозначный такой эксперимент, что вроде бы и получилось нормально. Но чуть-чуть все-таки эти косячки присутствуют. Посмотрим, насколько сможет прибавить. Опа. Вот, смотрите теперь. Ну, тут по большому счету один только. Вот этот вот косяк из торца вот есть. Видите? Вот здесь пузырек. Это дно. Это самый низ. Это пластик, который жарился дольше всего. А вот он верх. То есть верх выглядит намного лучше. И торец гладенький, чистенький, только вот единственное, что пузырь там. Вот сразу проглядывается, как когда отражается лампа. Все равно, я думаю, использовать можно. Он тягучий, остался такой же эластичный, как и был.
Сейчас попробую чуть-чуть в тесы зажму. Да, при вас. И посмотрим, сжать тесами попробую, сломается или нет. Сейчас край попробую зажать. Что с ним будет? Так, вот так можно. Опа. Ну вот жал, деформировался. Но лопаться не лопается. Это уже хорошо. Видите, поджим видно тесами. Но трещин нет, не лопается. Но он действительно он остался, какой и был. Опа. Нормальный пластик. По большому счету я доволен. И не по большому, а уже можно будет с нее что-то выточить. Нормальный пластик. Все, короче, опыт удался. Хватит самого себя травить. Пойдет. Не зря старался. Все, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал обязательно. Ролики у меня выходят на разные темы. Может быть, каждый для себя что-то найдет интересное. Все, всем пока, удачи!